Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ, Мунитис Кирилл Подбулови. Не забывайте вводить по ник по регистрации. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне. За него получите очень хорошие плюшки. Вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, сегодня будет новая серия, очень интересная. Сегодня я хочу повыполнять трюки, потому что я давно это не делал. Я думал, что выйдет новая карта, но пока что этого не происходит. Поэтому я соскучился за трюками. Надеюсь, вы тоже. Поэтому, пацаны, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите приятные комментарии. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, я уже в полной боевой готовности, ремки купил, короче, вылечился. Теперь можно выполнять трюки. Да, конечно, вы скажете, что я уже везде прыгал, как бы это будет не особо интересно. Но я постараюсь как бы вас удивить. Вот реально я соскучился за этой рубрикой, потому что, ну, как бы глобальное обновление еще не выходит, а хочется уже трюки повыполнять, а новую карту ждать как бы это долго, мне кажется. Поэтому я решил записать серию с трюками. Надеюсь, вам такое понравится, пацаны. Так, нашел первое такое испытание для нас. Чисто разминочка такая будет, и потом уже будем нормальные трюки делать. Ох ты, ебаный насос. Какая-то жесткая разминочка, мне кажется, была, вам не кажется? Что-то как-то слабо она едет, мне кажется. Раньше как-то она лучше ехала. Сейчас как-то она вообще перестала ехать. А, нитро, вот я нитро включил. Сейчас, короче, попробуем прыгнуть. Ух ты, блядь, что такое нахуй? Ой-ой-ой, что-то пацан вообще не везет реально. Состояние вашего авто крайне плохое. Обратитесь на станцию техобслуживания. Бля, у меня брата тачка сломалась. Ну пиздец, ну сколько можно и ломаться уже. Ладно, поехали в Южный, сейчас починюсь быстренько и продолжим. В итоге, пацаны, я простоял там где-то минут 10, получается, именно в СТО, и там никого нету. И целостность я своей машины починить не смог. Поэтому принял решение и сломать то полностью. Кстати, давайте попробуем залететь именно вот сюда. Я думал, я на дом хочу залететь, но у меня это не получится, я думаю. Давайте пробуем залететь на эту взлетную площадку хотя бы, как минимум. Охуенно залетел, пацаны. Прям пиздец охуенно залетел. Прям охуенно просто. Просто охуенно, реально. Что-то все сегодня против меня, пацаны. Я не знаю, в чем проблема. Возможно, я проебал свой скилл, свой навык, как так сказать. Но почему-то сегодня все против меня. Машина поломалась, целостность поломалась, короче, ну пиздец полный. Так, давайте вот здесь попробуем прыгнуть. Я все-таки выехал оттуда, но, блин, как-то все сегодня против меня, серьезно. Ух ты, блядь. Ого. Вот это было, конечно, красиво, но тачка просто вообще разбилась. Так, давайте пробуем перелететь вот это место. Я думаю, будет нормально. Опа. Красота. И поехали дальше. Я просто хочу пробовать залететь на крышу. Мне кажется, это будет очень круто. Ебать! Это как только что было? Так, я уже что-то верю в то, что мы сможем залететь. Блин, что они не ломаются вообще? Отцепись, блядь! Чекайте, прицепилась. Бля, давайте сейчас заедем. У меня уже тачка просто на последних сдохах едет. Потому что ей очень плохо. Ее надо починить. У меня там целостность 50%. И для нее это очень плохо. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! У нас почти получилось. Надо, короче, тормоза включить, и я смогу взлететь. Вот давайте попробуем просто взлететь сейчас и попробовать потом остановиться. Бля, почти. Почти, но нет. Почти, но нет. Надо траекторию обратно менять, которую я выбрал. Бля, ну, пацаны, если я залечу, это будет реально очень круто. Из-за этого вы точно должны лайк поставить. Ну, блин, это реально сделать. Я уверен на 100% в том, что это реально сделать, пацаны. Блять, тормоз не вовремя нажал. Я забыл то, что он в воздухе работает. Сейчас, пацаны, все будет. Сейчас все будет, сука. Но я хочу залететь. Я хочу залететь, показать, кто тут папочка, блин. Ну, вы видели, почти получилось. Просто я забоялся и тормоз нажал, короче, не вовремя. Но она долетела бы. Опа. Кто тут папочка? Я здесь папочка. Вот это, пацаны, реально охуенно было. Чисто залетел, пацаны.
Вот реально это круто, пацаны. Вот за это можно поставить лайк. Я считаю то, что это хороший трюк такой. Чисто на заводе можно покататься, потусить, почилить. Я считаю это очень круто, реально. Это по красоте просто было. Вот на здание залетать мне очень нравится, но не везде это можно сделать. К сожалению, на родине пока что как-то мало маппинга, но надеюсь, когда выйдет новая карта, все будет реально охрененно. Вот выйдет новая карта, там будет очень много локаций, очень много нового маппинга. И я уверен, что будет много контента с этой рубрикой. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.